Я был неслаб и уязвим, дрожал всем существом своим, кровоточил своим больным и истерзанным нутром. Вдруг словно в пошлом пупури огромный лоб возник двери, и озарился изнутри здоровым недобром. И властно дернулась рука лежать лицом к стене. И вот мне стали мять бока на липком топчине. А самый главный сел за стол, вздохнул, осатанело, и что-то на меня завел, похожее на дело. Вот в пальцах цепких и худых смешно задергался кадык. Нажали в пах, потом под их на печень бедолагу. Когда давили под ребро, как ёкало мое нутро, и кровью харкало перо в невинную бумагу. Полубреду, полуплу разделся до нога. В углу готовила иглу не старая корга. И от корней волос до пят по телу ужас плелся, как вдруг уколом усыпят, чтоб сонный раскололся. Он, потрудясь над животом, сдавил мне череп, а потом предплечье мне стянул жгутом и кровиток прервал. Я было взвизгнул, но замолк, сухие губы на замок, а он кряхтел, кривился, мог, писал и ликовал. Он в раж вошел, знакомый раж, но я как зару. Чего строчишь, а ну покажь секретную муру. Подручный бывший психопат вязал мои запястья, тускнели, выложившись в ряд орудия пристрастия. Я терт и бит, и нравом крут, могу в разнос, могу в раскрут, но тут смирят и тут уймут, я никну и скучаю. Лежу я голый, как сокол, а главный шмык да шмык за стол. Все что-то пишет протокол, хоть я не отвечаю. Нет, надо силы поберечь, а то уже устал. Ведь скоро пятки станут сжечь, чтоб я захохотал. Держусь на нерве на чеку, но чувствую отвратно. Мне в горло всунули кишку, я выплюнул обратно. Я взят в тиски, я в клещи взят, по мне елозят и газят. Все вызнать, выведать хотят, все пробуют на ощупь. Тут не пройдут и пять минут, как душу вынут и замнут. Все испоганят и сорвут, ужмут и прополощут. Дыши, дыши поглубже ртом, да выдохни, умрешь. У вас тут выдохни, потом навряд ли вздохнешь. Во весь свой пересохший рот я скалюсь до порядки. У вас, ребятки, не пройдет играть со мною в прятки. Убрали свет и дали газ, доска какая-то зажглась, и гноем брызнула из глаз, и булькнула трахея. А он зверел, входил в экстаз, приволокли зачем-то таз. Я видел это как-то раз, фильм в качестве трофея. Ко мне заходят со спины и делают укол. Колите, сукины сыны, но дайте протокол. Я даже на колени встал, я к тазу лбом прижался. Я требовал и угрожал, молил и унижался. Но тут же затянули жгут, вот вижу я, спиртовку жгут. Все рыжую чертовку ждут с волосяным кнутом. Где-где тут свое возьмут, а я гадаю, старый шут. Когда же раскаленный пруд, сейчас или потом? Шабаш калился и лысел, пот лился горячо. Раздался звон, и ворон сел на белое плечо. И ворон крикнул «Невермор», проворено ты прыток. Напоминает прямо в морг, выходит зал для пыток. Хотя для них я глуп и прост, но слабо подымаю хвост. Эй, за пристрастный ваш допрос придется отвечать. Вы как вас там по именам, вернулись старым временам, но протокол допроса нам обязаны давать. И я через плечо кашу на писанину ту. Я это вам не подпишу, покуда не прочту. Мне чья-то желтая спина ответила бесстрастно: а ваша подпись не нужна, нам без нее все ясно.
Сестренка милая, не трусь, я не смолчу, я не утрусь, от протокола отопрусь. При встрече с адвокатом я ничего им не сказал, ни на кого не показал. Скажите всем, кого я знал, я им остался братом. Он молвил, подведя черту: читай, мол, да остынь. Я вбился в писанину ту, а там одна латынь. В глазах круги, в мозгу нули, проклятый страх исчезни. Они же просто завели историю болезни.